Красноярске стартовал прием заявок на соискание ежегодной премии главы города молодым талантам. В этом году в положении о премии внесен ряд существенных поправок, которые, по мнению организаторов, увеличат количество претендентов. Право выдвижения кандидатов имеют учебные заведения высшего, среднего и начального профессионального образования, молодежные общественные объединения, профессиональные сообщества. Одно из нововведений – молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет самостоятельно могут предоставить документы. Премию будут вручать за высокие достижения в научно-учебной деятельности, области культуры и искусства, спортивной, общественной или профессиональной деятельности.